11 мая сегодня 2016 года. Ехал по деревне, гляжу, тут что-то делают. Или, кто, Елисавета, нет? Ну да. О, пожалуйста. Деревенская жизнь какая. Так, слушай, ты меня этим заденешь. А где хозяева? Уехали. А куда? По делам. Я не спрашиваю, зачем, а куда? Я тоже не знаю. Ты не знаешь, да? Дело в том, что мне нужен Алексей, там консультацию маленькую взять. Потерялся или не отвечает бульдозерист прошлогодний, его начальник. А мне бульдозер нужен будет. Ну, они должны сегодня приехать, но очень поздно. Завтра... Ну, ладно, ладно. А ты что, коз кормишь? Да а что тут оно заплеснело? Кого кормить-то этим? Ну. Травы нарвать еще, вот рядом зеленые. А? Они это не едят. Вот тут усадьба какая, там конура. Вот домик временный, строят постоянный там. Ну ладно.